Приветствую, дорогие друзья! С вами я, Frostfire, и добро пожаловать в игру под названием The Long Dark. Как-то я уже ее летсплеил и даже стримил пару раз на своем канале. И это шикарная игра, буквально два уже дня назад, получается, получила долгожданный релиз в Стиме и долгожданную кампанию, режим истории, ну, точнее, историю, режим кампании, режим истории. Вот, свое дополнение, в дополнение к тому, что уже в ней было, игру доработали, довели до ума, выпустили в релиз, и сейчас мы с вами будем ее смотреть, и я просто не могу нарадоваться этому саундтреку в главном меню при старте игры. Он просто, он шикарен. Я не знаю. Ребят, понимаете, вот бывает такое, то что для такого шикарного проекта, пусть даже не сильно популярного, может быть, не нашумевшего, не небольшого проекта, но сделали такой прекрасный саундтрек. Я не знаю, эта мелодия, она... Я не могу нарадоваться ею, я не могу наслушаться ее. Вот, вы должны будете сами прочувствовать это. Если вы не видели ролик, про который присутствует эта мелодия, то вы должны обязательно его найти на YouTube и посмотреть. В принципе, я думаю, это довольно легко сделать через тот же Steam, через саму игру, вбейте игру, там у них все ссылочки есть и так далее. Но в любом случае, ребята, игра The Long Dark, я думаю, много рассказывать про нее не стоит, поскольку либо вы уже слышали, либо, может быть, даже смотрели на моем канале ролики про это, либо видели недавний стрим. Игра про выживание в условиях геомагнитной катастрофы в Северной Канаде, где стало невозможно, в принципе, жить, поскольку крайне низкие температуры, сильные морозы и непригодные для выживания условия. В общем, и нам предстоит с вами прочувствовать это на себе в ближайшие несколько эпизодов, а точнее, пока что доступно только два эпизода из компании Wintermute, или «Зимняя тишина», или «Тишина зимы», может быть, даже как-то так перевести. Вот, пока что будет всего 5 эпизодов. Пока доступно только 2, но вскоре еще выйдут оставшиеся 3 для данной кампании. Я не знаю, будет еще какая-то кампания в этой игре. Возможно, сделают разработчики. Ну, вроде бы должны сделать, помимо вот этой Wintermute, вроде будут еще какие-то истории. Но это в будущем. Это в будущем. Пока что нам доступно только Wintermute, «Зимняя тишина». И только 2 эпизода из 5. Ну, мы с вами посмотрим их прямо сейчас. Я как бы начинал игру, но просто проверить, как она идет и как записывается. Поэтому я при вас начну по новой. Я там ничего еще не видел, кроме как бы начала вот того, что будет. Итак, эпизод 1. Не уходи смиренно. Здесь у нас будет 2. И потом 3, 4, 5 пока недоступны. Доступны только 1 и 2. Ну, 2 закрыт, потому что нужно сначала пройти 1. Окей. Эпизод 1. Не уходи смиренно. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи потерял доктора Гринвуд из виду и оказался в одиночестве. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон, где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Да, хорошо. История обещает быть многообещающей, потому что, ну, вроде как разработчики ее хорошенько продумали. И, в принципе, это интересно, потому что я играл в эту игру довольно много уже. Даже не на стримах, и не только на стримах и на роликах для канала. Ну и, в принципе, отдельно, вот, в свое удовольствие. Мне она очень нравится. Мне интересно теперь, как это все завуалировано в историю, которую они придумали, в сюжет. Вот это будет довольно забавно. Да, к сожалению, игра не переведена в плане дубляжа, ну, то есть озвучки. Есть только субтитры русские. Вот. Ну, я думаю, нам это не помешает полностью насладиться историей. Кто это говорит? Кто здесь? Окей, ух ты, северное сияние какое интересное. Мне сразу кин... А, стоп. What? А, окей, я понял. Так, давайте
Вынимаем кусок металла, это я уже не видел. Я только видел то, что вот, типа, игра пошла там, и, типа, все горит вроде нормально, я так сразу закрыл, чтобы не портить первое впечатление. Так что мы сейчас с вами полностью все вместе посмотрим. The Long Dark. Длинная темная ночь. Че, я, типа, мне уже выживать надо? Не, я как бы умею, конечно, я же говорю, я довольно много поиграл в эту игру. Еще даже в старых версиях. В новой версии я, правда, не слишком много поиграл, буквально чуть-чуть. Но я не думаю, что здесь как-то много чего-то изменено. Антибиотики, повязка. Аптечка, научитесь вовремя оказывать себе первую помощь. В дикой природе очень легко умереть. Лекарства из аптечки или собранные лекарственные растения спасут вам жизнь. Используйте окно статуса, чтобы проверить здоровье. Примените лечение, используя аптечку в круговом меню. Лечение можно выбрать из меню с собой. Окей. Управление, ключ к выживанию. Подготовка к и самообладание обязательно для выживания. Зайдите в меню управления, если не уверены, что делать. Это может спасти вам жизнь. Это меня так, типа, обучают? Мол, там, не нажмите ВАСД, чтобы ходить? Или что это такое? Картон... А, не, не надо. Картонную коробку мне разламывать не надо. Окей, так. Нужно остановить кровотечение. Ну, давайте я залезу вот... У, дрова. Полезная вещь. Залезу сюда. И, блин. Так, огонь. Огонь дает тепло, воду, еду и защиту. Выберите костер в круговом меню. Вам понадобится следующее. Воспламенитель, труд для растопки и топливо. Горючее ускорит процесс. От вида топлива зависит время горения и количество выделяемого тепла. На костре можно приготовить пищу и вскипятить воду. Рядом с ним вы не замерзнете до смерти. Окей. Так, аптечка. Повязка. Наложить. Нет, там надо как-то проверить сначала, сейчас, секунду. Так, вылечена потеря крови. Статус. Минус 10, 25% здоровья, последствия авиакатастрофы, падение. В результате катастрофы вы получили сотрясение головного мозга, множество ушибов, а также чувствуете слабость. В катастрофе вы повредили руку, вы не сможете карабкаться и держать оружие, пока не отдохнете и не подлечите ее. Хорошо, ладно. А что мне есть? Некий самый стандартный набор непонятно чего. Забинтованная нога. Какие-то антибиотики у меня, которые я достал. Ну и, в принципе, ничего такого. Не, ну вроде что-то да есть, но такой минимальный набор. Так, давайте разведем костер. Так, газета. Ну, допустим. Так, разжечь. 75% на успех. Да, окей. Разводим огонь. В принципе, я, как уже сказал, я играл в эту игру довольно много и знаю, как выживать. То есть какие-то прям такие серьезные испытания. Ну, не думаю, что на меня какие-то серьезные испытания сейчас прям взвалят в этой компании, особенно в самом начале. Я думаю, спокойненько справлюсь с этим делом, потому что я для себя даже делал небольшой такой челлендж. Я играл в песочнице, правда, да, то есть в режиме выживания, где от тебя требуется тупо выжить как можно дольше. На максимальном уровне сложности, вот, если вы видели, может быть, недавний... Мой стрим. Что-то я не могу ходить. Окей. Ну, приляг. Ладно. День два. Че, вот так вот сразу? А мне будут вообще рассказывать, как они сюда попали? Нет? Melt some snow. Окей, статус. Статус. Ваш шанс вовремя среагировать. Открыв краткую статистику или круговое меню, можно проверить состояние здоровья, а также увидеть, насколько вы замерзли, голодны, устали и хотите пить. Если вы видите хоть один пустой красный индикатор, значит, вы постепенно теряете здоровье. Когда оно упадет до нуля, вы умрете. Да. Так, мне нужно растопить воду, точнее, снег. Для этого нужно опять разжечь костер. Ну, допустим. Ну вот, как я и говорил, я пытался выживать на стриме на самом максимальном уровне сложности. У меня, к сожалению, это не очень хорошо получилось. Там я буквально пару-тройку дней прожил. Вот, и дальше произошло не очень хорошее истечение обстоятельства. Вот, и я умер. Но это максимальный уровень сложности. Там вообще ни хрена нету, просто все против тебя. Вот, но также я играл... Ой, да иди в пень. О, у меня трута нет. Надо со... Или не... Или сойдет так? А, я не могу без него разжечь. Окей, я понял. Нужно тогда что-то собрать. А, стоп, я могу сделать.
Так, сейчас немножечко неудобное управление. Ну, точнее, я к нему до сих пор привыкаю. Вот из этого я могу сделать труд. Так, давай. Вот, но также я отдельно играл не на стриме. Ну, чисто для себя в свободное время. И должен сказать, что на максимальной сложности я прожил что-то там 18 дней, что ли. Ну, что-то в этом районе. Но и то это я еще не умер. У меня там где-то сохранение есть. Правда, на старой версии до вот этого релиза. Не знаю, буду ли я его потом там добегать или нет. Наверное, не буду. Не знаю, посмотрим. Вот. И, ну, то есть я считаю себя уже опытным выживателем в этой игре. Поэтому не думаю, что какие-то проблемы у меня будут сейчас в компании. И что я не смогу справиться с какими-то вещами. Так что, в принципе, да, вот разводим костер. Еды нету, к сожалению, вообще у нас. Ну, не знаю, давайте натопим, ну, 1,5 литра, например. И у нас еды нет вообще. Нужно сейчас где-то ее добыть будет. Блин, как он долго все это растапливает, капец вообще. Так, ну, естественно, надо ее вскипятить, чтобы она была... чтобы ее можно было пить, короче, вот. Так, все есть. Теперь, значит, выпить. И да, еды у нас нету от слова совсем. Хреново. Так, ну хорошо, выпили. Дальше что? Просто надолго здесь остаться, надо посмотреть, что тут есть. Да. Чё, разбитый самолет тут есть, ё-моё. Так, это все уже потухло. Аптечка пустая. Неинтересно. Так, что-то немного как-то... Неудобно, что ли? Так, бегать я не могу. Почему-то. Да, так есть хочется, действительно. Damn it, so hungry. Так. Может быть, у нас что-то было с собой в самолете? Да ладно. Что, действительно, похоже на обломки. Ну-ка. У, нормально, армейский ИРП. То, что нужно. Спички. Еще лучше. Газета, книга. Все пригодится. Антисептик. Еще спички. Неплохо ящик. Ну, может быть, я потом все это разломаю. Так, ну давайте поедим. Тут вот это вот новое меню. Я к нему все никак привыкнуть не могу, хотя с ним уже имел дело. Так, ну давайте поедим. Армейский ИРП. На максимальной сложности такого вообще никогда не стоит. Рана болит. Давай, антисептик надо, да, наверное, применить. Так, риск заражения вылечен. Отдохнуть? Опять? Стой, куда? Прям посреди... День 3. Слушайте, как быстро дни летят. The weather's turning bad. I'm gonna need a good long fire to keep from freezing to death. Да... Ну, я так полагаю, что это что-то типа такого обучения сейчас идет, да? Так, ну давайте книгой растопим, разожжем огонь, разведем огонь. Вот, ну что-то типа обучения, я так понимаю. Ну, единственное, я только думал, что мне как-то какие-то катсцены будут, они покажут, что вообще произошло. Не, ну точнее, наверное... Чуть позже покажут, я на это надеюсь. Мне все-таки интересно, как... Потому что тут есть какие-то... Ну, два персонажа, вот этот вот... Мэтиас, или как его? И Астрид. Вот. И они что-то сюда как-то полетели на самолете и разбились. По какой-то там причине. Вот. И добавить палку. Блин, хреново. У меня что, больше нет ничего из топлива? 55 минут. Нужно что-то найти. В плане топлива. Так вот, опять палки понападали. Так, у меня вроде... Знаю, знаю, дрова. Откуда здесь дрова? Их только что не было тут. Или я пропустил? Или что? Так, ну давай, 12 минут. Я думаю, я насмерть-то не замерзну. А, это мой костер там горит. Так, я чуть немного запутался, где я. Где мое. Че, коробки, в принципе, можно поразламывать. Я, правда, замерзаю уже, но... Пока не смертельно. Я... Что?
Книги. Лол. Дрова. Шиповник. Это вам пока не требуется. Да ладно тебе. Че, серьезно? Шиповник, это крутая вещь. Ты че, из него можно отвар сделать, согреться? Видите, какой я профессиональный выживатель. Я тут халявные дрова вообще раскиданы, ёпрстая. Я понимаю, что это что-то типа обучения, но... Халява. Блин. Я как будто играю на самой низкой сложности. Хотя, кстати, на самом деле, я никогда здесь не играл на самой низкой сложности. Я играл на средней типа сложности. Ну, который на один выше низкой, скажем так. Так, ну окей, добавить дрова. Ну, книги и палки я, наверное, не буду добавлять. В принципе, костер на 7 часов, я думаю, сойдет. Че, можно еще растопить снега? Ну, литра 2, например. Правда, у меня еды нету, в общем, проблема. Так, кипятить воду. Да, окей, ладно. Я сейчас не очень понял, что от меня требуется. Ну, например, вот вода у меня есть. Жрачки у меня нету. Но я пока не знаю, где ее достать. Что от меня еще требуется-то? Я могу пойти еще наружу. Я не знаю, разломать вот эту фигню. Или, например... Блин, я не могу бегать из-за его раны. Странная тема, конечно, на самом деле. Например, вот разломать вот это. Я даже замерзаю довольно быстро. Ой, наоборот, медленно. Так, спички, таблетки для очистки воды. О, полезно. Так, ну, например, вот это разломать. Горючее, неплохо. Точнее, это даже, типа, очень круто. Не знаю, можно все эти ветки поразломать, но я думаю, это не особо имеет смысл. А, вот почему я не могу никуда больше идти. Я на каком-то обрыве. Ну, допустим. Допустим. Окей. Ладно, идем греться обратно. В принципе, тут удобно. Правда, меня вот эти кости беспокоят. Как будто какая-то берлога медведя. Так, давайте палки добавим. Не знаю, ну блин, ну 8 часов. 8,5 часов костер. Ну, что тебе еще-то не хватает? Давай, я не знаю, я не могу отдохнуть. Что от меня требуется? Я могу узнать? Статус? Нет. Журнал. Разожгите в пещере костер, который будет гореть всю ночь, 9 часов. А, понятно, 9 часов нужно сделать костер. Вот, пожалуйста. Да и так греюсь. Плюс 64 градуса, чувак, от костра. Я, правда, не знаю, что это такое за костер, который 64 градуса отдает. 64. Ну, хотя, в принципе, 64. Да не, не так-то это, кстати, и много. Ну, то есть, учитывая, сколько я туда вообще всего закинул. Да, еда действительно пригодилась бы нам. Но я думаю, время шиповник собирать. Вороны. Слух — лучшее средство для выживания. Внимательно смотрите по сторонам. Вы можете заметить что-то, что поможет вам выжить. Например, стая ворон, кружащая неподалеку, может означать, что там скелет животного или даже труп человека. Mm-hmm. Я, кстати, сам это прочувствовал на собственной шкуре, когда пытался выжить в этих условиях. То есть шиповник мне до сих пор нельзя собирать. Ну, понятно. Что-то я понять не могу, а где? Я слышу, что они где-то там. Но... А, дерево. Фу ты, блин, я глупый. Да, единственное, пожалуй, к чему я не привык в этой игре, это карабкаться по деревьям. Собственно, вон вороны. И вот труп оленя. Надо его будет разделать сейчас. Блин, правда, холодрига дикая. Ну-ка, что здесь? Ага, футляр Астрид. Я не знаю пароля. Locked. Действительно.
Ага. А вот и катсцены. Пасьянс раскладываешь. Мне, кстати, нравится рисовка в этой игре. Она такая... Jack Rabbit, remote transport. Маккензи speaking. Острова рогатого зайца, лол. Whoa, whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? Такой нос красный. It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look. The weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Музыка в этой игре, ребята. Она просто шикарная, я не знаю. Для меня... In this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Когда звучат пианино, скрипки, всякие вот эти виолончели струнные, это создает такое, это так, такое шикарное звучание создает. А еще, ну, композитор, короче, у этой игры просто, я не знаю, это шикарный саундтрек. Куртка Уилла? Кого? Куртка, которой вы были на... А, у него фамилия Маккензи, а зовут его Уилл, что ли? Так, что ли? Ладно. Одежда. Одежда — ваша защита от холода. На безлюдных просторах севера защитить вас от непогоды сможет только одежда. Чтобы избежать переохлаждения, надевайте несколько слоев. Не забывайте, что ветер тоже опасен. Одежда по-разному защищает от холода и ветра. Кроме того, если вы попадете в метель или упадете в воду, ваша одежда намокнет, что повышает риск переохлаждения и обморожения. Старайтесь не намокать. Еще одежда защищает вас от травм, например, при падении с высоты или встрече с дикими животными.
Учитывайте эти факторы, а также вес одежды и возможность двигаться в ней. Да, это очень важные факторы, в принципе. А почему я не могу обследовать рюкзак? Ну ладно, видимо, нельзя. Так, дрова, палки. Ну и, собственно... Да, наверное. Ну давай, мясо соберем. 3,5 килограмма, ни хрена себе. Почти 2 часа на морозе. А, fuck it. Окей. Не умрет, я думаю, от этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, очень сильный урон по здоровью. Fuck. Что это значит? Сырое мясо. Ваша еда может вас убить. Когда вы умираете от голода, то можете и рискнуть. Но в целом есть сырое мясо плохая идея. Приготовьте его на костре, чтобы избежать отравления или заражения паразитами. Приготовленное мясо можно дольше хранить, и оно не так сильно привлекает хищников. Да, кстати. А, да-да-да-да-да, кстати, я читал про эту тему, то, что если вы, допустим, разделываете каких-то животных, то от вас... Ну, от мяса, которое вы получили сырого, и от вас, в принципе, потому что, ну, вы как бы перепачкались там все в крови, будет, ну, пахнуть вот этой кровью и мясом. И, соответственно, всякие хищники, ну, в частности, волки, будут чуять вас там чуть ли не за несколько миль издалека и, соответственно, будут пытаться вас сожрать при этом же. Так, ну что, использовать горючее, наверное, чтобы быстрее все это... Видите, как быстренько разводится огонь. Так, подкинем дровишки. Ну, не знаю, в принципе, 2 часа и так нормально готовить. Да, правда, с таким костром я не очень быстро смогу согреться. Ну ладно. Я, кстати, еще ни разу в игре не получал отравления, поскольку ел всегда либо приготовленную еду, либо, ну, какую-то там, знаете, всякие крекеры, там, сухпайки и так далее. Так, готовить. Хотя кого я обманываю, на максимальной сложности вы вообще почти никогда ничего не едите. Перебиваетесь каких-нибудь шиповника и грибов, вот это вот все там размешиваете, растворяете там в воде, создаете отвар, который вам дает всего 100 калорий каких-нибудь, да, и немножечко согревает и утоляет жажду, и все, и дальше опять голодаете, просто без перерыва голодаете, бегаете по окрестностям как угорелые и пытаетесь хоть что-то найти съедобное. Ну, ладно. Сейчас не об этом. Я, наверное, сейчас прервусь на данном моменте, на данном эпизоде. Вы и так объелись. А, окей, спасибо. Ну, тогда можно все это запить. И что? Надо проверить. Что мне нужно сделать? Журнал. Попробуйте выбраться из ущелья, смотрите ущелье. Окей. Блин, мне согреться бы не помешало бы. Я не знаю. Давайте палочки подкинем. Да, немного это прибавило нам. Ну, я не знаю. Можно, в принципе, попробовать выбраться. На улице что у нас? Минус 11. Фак. А, забыл. Надо же куртку одеть. Ой. Во, нормально. Так, ну а куда я выберусь-то? Здесь вниз мне дорога... Путь заказан, скажем так. Так что отсюда я не выберусь. Наверх? Ну, я только что там был. Не знаю, что там еще осматривать. Нужно ту коробку разбить, чтобы дополнительные эти самые топливо. А так, в принципе, тут же больше ничего нет. Если я не ошибаюсь. Сюда наверх я не заберу. А, могу забраться? А, окей. Этого просто нету всего. Гаддамит, не стоило этого делать. Я знал. Плоды шиповника. Боли утоляющие от матери природы. Иногда лучший врач — это мать природы. Из ягод шиповника можно приготовить чай, успокаивающий боль. Смотрите внимательно, вокруг вас есть и другие лекарственные растения. Да-да-да, я знаю. Грибы рейши еще есть. Очень полезная хрень. Так, ну это, наверное, будет позже немножко. Так, шиповник. Понятно, то есть все это ради некого обучения. Ой, блин, я теперь очень медленно передвигаюсь. Придется идти готов. Пальцы онемели, понятно.
Понятное дело, что они имели, блин, такое морозище здесь у нас. Ладно, я, наверное, попробую сейчас завершить этот день и прекращу на... Ну, закончу на этом первый эпизод. Не знаю, мне очень нравится. Тут, видите, как это, этот показали некий отрывок, с чего все начиналось. У главных героев есть некий скелет в шкафу. И, может быть, даже не один. Некая такая предыстория, о которой нам, наверное, предстоит узнать. Вот, такая тайна некоторая. Я не могу приготовить. Мне не хватает плодов шиповника, серьезно? Блин, как так? Я помню, что там, по-моему, 21 надо. Но у меня что, не хватает? Ой, 24, по-моему, надо. Так у меня 24 как раз, вот. Мне не хватает воды? Да нет, воды много. Может быть, больше? Может, не 24? Давайте, например, еще соберу. Мне всегда казалось, что нужно 24. Ну, типа, по 8 с каждого куста, получается 3 куста, 24, и, соответственно, этот один отвар получится. Или я не прав? Окей, наберите шиповник и сварите из него более утоляющий чай. Почему я не могу сварить? И что, еще собрать плодов шиповника, что ли? Окей, я полагаю, что будем до посинения собирать плоды шиповника. Почему-то игра мне не позволяет сварить его. Ну, я помню, что где-то здесь был, по-моему, шиповник. Опять же, возвращаясь к своему опыту игры на максимальном уровне сложности. Когда ты просто пытаешься выживать, и у тебя нету еды вообще в принципе вокруг. Тупо бегаешь за этими шиповником, за вот этими грибами, о которых я говорил. Ну, еще там есть вот эти на реке, замерзшей рядом с рекой или озером, растут такие типа камыши, стволы которых можно есть. Они там тоже совсем мало дают калорий, ими не наесться, но все равно бегаешь, хотя бы их собираешь, чтобы хоть что-то было, чтобы не умереть от голода. Ну, конечно, от голода здесь довольно долго умираешь, но все равно неприятно, когда у тебя постепенно утекает здоровье. Я не могу отварить шиповник. Why? Может, мне реально воды не хватает? Но это тупизм, у меня почти 2 литра воды. 1,5 литра воды. Ну, ты серьезно, почему? Why? What the fuck? А-а-а! Мне кажется, я немножечко дурак. Окей. Нет, на самом деле... Раньше оно делалось именно так. Ты входил в, ну, сюда, в еду, и, типа, можно было сразу их отварить. Но сейчас я припомнил то, что нужно сделать вот так. Нужно сделать приготовленные плоды шиповника. Вот. Точно. Ну, бывает. Ладно. Окей. Я просто... Я говорю, я не привык еще к новому интерфейсу немного, к новым вот этим моментам в игре. Так что могу и в некоторых местах здесь тупить. Ну, то есть не то, чтобы тупить, а отсылаясь на... То, что было раньше, вот, могу не понять, что от меня требуется. Ну окей, допустим, приготовил. Естественно, надо сейчас выпить. Хотя бы один из них. Блин, костер тухнет, фигово. Горячий вот, да. 110, у тебя есть навык готовки, неплохо. Так, окей. Нет, если что принесет завтрашний день, ну да, это точно. День пятый. Окей, ладно, ребят, как я и сказал, я закончу на этом данный эпизод The Long Dark. Мне очень не терпится посмотреть, что там будет дальше, но пока что, вот видите, такая... типа обучение, вот. И мне предстоит, видимо, пройти это обучение еще в течение нескольких дней. А может быть, сейчас уже будем выбираться отсюда, не знаю. Но это будет в следующем уже эпизоде, вот. Ну и постепенно нам еще рассказывают историю, которая... в этой игре творится, вот. Но все-таки на этом я закончу данный эпизод. Спасибо, что смотрели данный ролик до конца, ребята. Если хотите поскорее узнать, что же будет дальше, как и я, то обязательно ставьте побольше лайков под этим видео. Вот, пишите в комментариях, что думаете об этой игре, о том, что добавили вот кампанию и что вообще, как вам это все нравится. Вот, ну а с вами, как всегда, был я, Frostfire. Я желаю вам напоследок удачи, друзья. Увидимся в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока.